Соревнования по парусному спорту стали 9-ми по счету. И с каждым годом участников становится все больше. Спорт, конечно, объединяет сильнейших и дружелюбных, но все равно выявляет самых сильных. Гонку организовали среди яхт класса «Микро». За кубок «Черемшана» боролись 9 экипажей. Сергей Белов и капитан яхты «Сильва» Леонид Селиверстов – постоянные участники. Парусным спортом они увлекаются уже много лет. Еще со школьных времен и до сегодняшнего времени. Мы занимаемся уже, какой, 9-й сезон получается, да? Мы рады, что в наших рядах пополнение происходит год от года. То есть это дело не затухает, а развивается, поэтому это приятно, новые люди, новые впечатления. А супруги Гордеевы в соревнованиях участвовали всего второй раз. Они, можно сказать, новички этих гонок. Обожаю, любимое дело, любимое хобби. Когда вот выходишь на воду, забываешь про все на свете. Вот какие-то если проблемы, что-то не ладится, забываешь про все абсолютно. Вот настолько полезно для души и для тела занятие яхтингом. Ни с чем даже невозможно сравнить. Гонки на воде проходили 2 дня. В итоге Кубок Черемшана 2014 выиграл экипаж Александра Горячева и Андрея Кучковского. Юлия Лаптева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.